Первый вопрос. Когда ты первый раз поцеловался с парнем? Только честно отвечай. Никогда. Честно отвечай. Никогда. А тот чувак в Москве, когда мы были, Ашот, не считается, да? Как делишки, ребятишки, с вами снова Эдисон, добро пожаловать в Майнкрафт, и сегодня вместе с Жекой мы будем продолжать троллить друг друга. Привет, ребята, и большое спасибо за вашу активность под нашими предыдущими сериями троллинга, только благодаря вам мы снимаем эту серию. Поэтому, ребята, ставьте большущий палец вверх прямо сейчас на вот этот видос, если хотите больше серий с троллингом. Чем больше лайков наберем, тем больше серий будет выходить. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла. Все, я пошел, пока. Пошел. Иди, давай, я тоже пошел. Все, пока, пока. Ну, в принципе, ребята, вот мой троллинг. Что я буду делать с Жекой в этой серии? В последнее время я заметил то, что у нас появилось очень и очень и очень много фейков. И вот сегодня, допустим, меня какой-то Евгений Чернявский добавлял в Skype и ВК, то есть много людей создают наши фейковые страницы. Поэтому в этой серии я сделаю вот такое небольшое испытание для Жеки. То есть Жека должен мне доказать то, что он не фейк, то, что я общаюсь с реальным Жекой. А то, что он, в принципе, сможет ли он доказать то, что это он, а не фейк, мы посмотрим в этой серии. Тут он должен будет выявить реального Жеку. То есть, где настоящий Жек? Он будет всех бить, а они его будут убивать с одного удара. Тут он сможет провалиться вниз, там он, если нажмет на вот эти все плиты, бла-бла-бла-бла, рычаги, то он тпхнется обратно вот сюда на старт, упадет в эту яму и тут провалится в пропасть. Но, в чем будет заключаться суть? То, что он 10 раз умрет, потому что ни один из этих реальных шадоу-пристоков, как тут написано, не будет реальным, потому что реальным будет он. Я посмотрю, сможет ли он догадаться. После этого испытания он пойдет вот такой лабиринт. Тут ничего особенного, реально просто обычный лабиринт, который он пройдет. И после этого выйдет вот сюда на улицу. Что будет тут на улице? То есть... ему нужно будет доказать то, что он реальный Жека. Знаете как? Все мы знаем то, что Жека давно... ну, в смысле, очень часто играл девушку в различных рубриках, да. Поэтому я заставлю Жеку найти книжечку, где будет написано девчачье послание, девчачье сообщение какое-то, да. И оно будет находиться вот тут. Если Жека будет открывать не те сундуки, которые нужно, то он будет тпхаться на начало вот этого лабиринта и проходить его заново. Потом Жека тут скажет все на девчачьем голосе, чтобы я узнал то, что это настоящий Жека, да? И потом он зайдет вот в ту комнату, где я ему задам 3 секретных вопроса. Пока не буду вам говорить, какие эти вопросы, скажу после... скажу точнее в самом троллинге, чтобы сохранить небольшую интрижку. И после этого мы 100% выявим, настоящий ли это Жека или все же фейк. И посмотрим, ребята. Поэтому давайте ждем, пока Жека там достроит, пойдем проходить его троллинг и потом, конечно же, вернемся на мой. Да. Жень Дос, я иду. Я иду, я уже, вот, я уже прибежал, давай, будем проходить. Давай, включай гейм-мод 2. Да, включил. Вот. Можно заходить, да, можно? Да, можно заходить, главное, ты меня слушайся. Слушай, Эдисон, в общем-то, это твоя машина. Так и знал, вот честно, вот так и знал, то, что ты в этой серии про это построишь, вот так и знал. Только не нажимай на... Да ничего я не делаю, уже Жека, тихо. Это твоя машина, и тебе нужно спешить на учебу. Беги быстрее. Иди ты в сраку, я... Все, не хочу с тобой дружить, пошел в задницу, все. Тебе смешно, я машину разбил, а тебе смешно, да? Ты, у тебя экзамен, Эдисон, быстрее беги. Ладно, я тебе, можно нажимать на рычаг? Да, может даже это рычаг. Ой. Слушай, Эдисон, ну знаешь, далеко ты не уехал. Знаешь, как-то ты вмазался в бетонную стену, далеко ты не уехал. Ну. Слушай, Эдисон, у тебя, кажется, бензин протекает. Да, есть такое, я вижу. Что делать, Жека, вытащи меня, спаси меня. Это спаси, давай, давай. Быстрее, выбегай из машины, а то сейчас все взорвет. Беги! Нет, только не давай. А, помоги! А как мне выбежать? Эдисон, кажется, сейчас взорвется, Эдисон. Ой! Я не мог, Жека, выбраться оттуда. Эх, Эдисон, попал в аварию, даже в реальной жизни попал, так что и в Майнкрафте теперь попал. Ну, да, допустим. Ну-ка проверь, что тут такое, что тут находится. Может быть, что-то есть. Что-то есть. Так, есть. Ой, какой призрак Ибрагима! Призраки Ибрагима! Ой! Слушай, если мне кажется, я нужно убить. Убей лучше их. Не, как я не могу их убить, Джек. Я не могу! Не.
Нет, выпустите, выпустите, не. Да, Жека, я не могу их убить. На, башку, да. На, ну, давай. Слушай, Эдисон, ты забыл просто про Ибрагима, у вас, кажется, теперь стали плохие отношения. Вообще-то ты его жена, как бы, ты должен его любить. А ты про него совсем забыл, он обиделся, вот. Ну, давай. Просто запомни это. Ну, давай, хорошо, хорошо. Вот, Эдисон, вот твое следующее испытание. Тебе нужно всего лишь найти карту и выбраться из этой комнатки. Вперед. Куда же идти? Налево или направо, да? Там не откроется, ну я... Ой! Беги. Ой. Где ты? Ты, по-моему, где-то в лабиринте, да? Да, что ты... Ой! О, слушай, ты как-то быстро нашел карточку, молодец. Да, я молодец, Жека. Ой, тут ничего нет, Так, а как мне выбраться сейчас отсюда? Даже не знаю, как же мы теперь отсюда выбрать? Да пошел ты в сраку! Что-то вообще не работает. Ой, что-то не получилось. Да, и ты меня за... Не получится. А как тогда выбраться, Жека? Подскажи мне, пожалуйста. Не знаю. Слушай, я тут вообще первый раз. Ты попал в аварию, я тут свой... Да подскажи, как выбраться! Давай, быстро. Да не знаю я, как выбраться. Ага, вот оно шо! Ладно, давай, да. Опа! Молодец. Ой. Это я где? Жека, это я где? Ой, тут недоработка карты, проходи, Эдисон. Ты должен был появиться на кровати. Знаешь, Эдисон, все хорошо, это был всего лишь сон. А, это сон был, да. Да, я просто прошу в своей уютной квартирке. Только пока ничего не открывай. Хорошо, да, я стою. Вот, собственно, ты не попадал в никакую аварию, не было никаких призраков Ибрагима. Вот, все хорошо. Ну. Слушай, кто-то стучится. Опять вторую серию подряд кто-то стучится, да? Опять это случится, да, если к тебе опять могут адрес полить. Не хочу. Я спрячусь под столом. Они же так его выломают. Да они пускай ломают, я тут спрячусь, все. Я тут полежу, Жека. Нет, так не получится. Да я не могу открыть, Жека. Не можешь, ну поищи, мы карточку найдешь от своей двери, так ключ найдешь. Не могу. Да твашу мать. В смысле? Не могу. Не назначен уровень, недоработка карты. Ой, а что Ибрагим? Опа, да, наконец-то. Ну. Ибрагим это все устроил, подстроил аварию. Так это сын был, это сын был. Сын, пу, блин, это сон был. Сын. Нет, это был не сон. Это сон. Ибрагим просто по тебе очень сильно соскучился и решил для тебя построить вот такую вот аварию и все остальные испытания. Нет, так, а можно как-то бежать? Не. Ладно, это все, Жека, это конец. Да, это все, это конец. Так, ладно. Сейчас пойдем. Про Ибрагима? Да, я не буду забывать. Не буду. Ладно, Жек, чай Гимо 2 и пошли. Сегодня я буду проверять... Знаешь, что я буду проверять? Что ты будешь проверять? Знаешь что? Иди сюда. Заходи, только ничего не открывай, никуда не иди, просто стой тут. Знаешь, что я буду проверять, Жека? Реальный ли ты, Жека? То есть, у меня... Мне перед серией в Skype пришло приглашение от какого-то Евгения Чернявского. То есть мне много Евгений Чернявских пишут в ЛС. Ой! Я случайно решил, я хотел покупаться. Много Евгений Чернявских пишут, мол, да добавь, друзья, я настоящий Жека, ты что, мне не веришь? Поэтому я уже даже не знаю, общаюсь ли я с настоящим Жеком или это фейк. Поэтому, Жека, ты мне должен доказать, реальный ли ты. Пошли. У меня есть галочка ВКонтакте. Я тебе не верю. Давай, Жека, знаешь что? Один из этих реальных шадоупристков, да, в скобочках, настоящий, то есть с этого одного шадоупристка... Знаешь, Эдисон, у меня такая проблема, у меня почему-то здесь не шадоупристики, а все Эдисоны. А, ну это у Жеки лагает, но мои зрители видят то, что это... Ну давай, допустим, для тебя это будет Эдисоны, да? Тут один есть реальный шаду... Да какого хрена? Как ты меня заколебал, это капот просто. Тут поставь себе вот тут спанпоинт где-то. Жека, один из этих, дай мне договорить уже, наконец-то не умирай хотя бы, пожалуйста. Один из этих реальных, один из этих шадоупристок реальный. То есть тебе нужно убить, допустим, для тебя один из этих Эдисонов реальный, поэтому его нужно убить и забрать карточку. Все остальные нереальные. А, то есть мне нужно убить реального Эдисона, да? Ну,
Так, нет, Жека, я не понимаю, почему у тебя это Эдисоны, но это Жеки, допустим. Поэтому давай. Может, сервер перезагрузим, а то как-то неинтересно вот так. Да ладно, ладно. Да вашу мать, он меня уже заколебал, нуб. Убей реального Шадоу Пристка, давай. Он убьется с одного удара. Тебе просто нужен... Так, это что? Не понял. Ладно, минус. Ой. Минус. Нет. Ой, давай. Один из этих... Не Эдисонов, а Шадоу Пристков. Ой. Ты запомни, это не Эдисоны. Жека, ты запомни. Рычаг. Да, как ты спалил так быстро? Ну тебе нужно карточку добыть каким-то путем. Давай, Жека, давай. Кажется, я умру. Ой, кнопка. Понятно. Давай, Жека, один из этих Шадоу Пристков реальных. Давай, реальный. Давай. Я заколебался, нет тут реальных Шадоу Пристков. Да какого черта? Да как нету? Ну как нету, Жека? Догадайся, кто реальный и получи карточку. Нет тут реальных Шадоу Пристков. Вот ты не прошел. Ты не прошел, Жека, мою проверку. Знаешь почему? Потому что я реальный, да? Потому что ты реальный дебил. Вот ты не прошел мою проверку. Я сказал, да. Эдисон, а при чем тут Эдисон, если за испытание на Шадоу Пристках построено? Ты что-то занубил, так Жека. Давай. Держи, давай. Это у тебя лагает, ребята. На моем видосе спасибо. Это Жека, а не я. Осторожно. Что-то ничего. Просто страшный лабиринт, который так. Нужно пройти. Угу, лабиринтик, значит. Да. Просто обычный. Лабиринт это. Да, обычный. Конечно, лабиринтик. Обычный. Да, ничего страшного. Давай. Ты точно туда идешь, Жека? Не знаю, о. Так, Жек, не открывай, пока ничего. Не открывай, Жека. Второе испытание, чтобы ты мне смог доказать, настоящий ли ты Жека, а не фейковый. Все мы прекрасно знаем то, что Жека очень часто играет роль девушки в каких-то рубриках, да? Поэтому только реальный Жека сможет доказать, что девушка... девушка, то что реальный Жека, а не девушка. Прочитав скрытое сообщение его там с предыдущей серии. Давай, Жека, ищи свое сообщение, прочитай его девчачьим голосом. Ой. Жека, не алло, проходи лабиринт? Алло, ты где, алло, Жека, ты куда пропал, Жека, алло, Жека, ты где? Кажется, меня обманули. Жека, давай, быстренько, ищи, давай, Жека. Мне можешь спаунпоинт здесь поставить? Не, ищи. Ну, блин, я не, о, открылся, тут ничего нет. О, прочитай. О, есть, а, давай, девчачьим голосом. Девчачьим. Красивая дева. Чё? Девчачьим голосом, давай. Хорошо. Я очень красивая девочка, и меня зовут Женечка. У меня красивый загар, большая попка и нет груди. Но мне все говорят, что я страшненькая. Люди они любят, но и посрать на них. Но я знаю, что я прекрасненькое солнышко, которое светит ярче всех музычки вам. Я такого не говорю. Ой, проходи. Ладно, Жека, ты справился с этим испытанием. Ты справился. Но сейчас будет финальное испытание, которое ты должен пройти. Я тебе буду задавать вопросы. На эти вопросы знают ответ, ну знаешь только ты ответы. Фейк это не может знать, понимаешь? Поэтому давай, Жека. Если ты правильно ответишь на все три вопроса, то ты реально будешь Жекой. Давай, Жека. Я король. Жека, время вопросов. Давай. Хорошо. Первый вопрос. Когда ты первый раз поцеловался с парнем? Только честно отвечай. Никогда. Честно отвечай. Никогда. А тот чувак в Москве, когда мы были, Ашот, не считается, да? Нет. В смысле нет? Отвечай честно. Какой Ашот? Ашот. Какой Ашот? Я не... Ашот в Москве. Ты не помнишь, где-то 4 месяца назад. 3-4. 4 месяца назад? Нет, такого не было. Ты с ним сосался, как, не знаю, как пылесос его засасывал, не помнишь? Такого не было. Ну как? Отвечай правильно, то я не поверю, что ты настоящий Жека, и просто кикну тебя с сервера. Я честно отвечаю, алё, чё ты? Ладно. Второй вопрос. Второй вопрос, Жека. Когда ты последний раз занимался сексом? Отвечай честно. Никогда. Ну ладно.
Я надеюсь, ты скажешь там не знаю когда. Ладно, ладно. Это правда, Жека девственник, это правда. И последний вопрос, Жека. Дети смотрят, дебил! Я проверяю, настоящий ли это Жека или нет. 21-летний дед пердун просто. Жека, подожди. Когда ты... Последний вопрос, да, третий. Отвечай на него правильно, или я не знаю, что с тобой сделаю, потому что я пойму, что ты не настоящий Жека. Жека, ага. Когда ты мне вернешь те 100 тысяч, которые я тебе занял? Давай. Чего? Когда ты мне вернешь 100 кусков, которые я тебе занял? Я мне ничего не занимал. Нет, это точно нереально. Может быть, это ты не настоящий? У меня вопросов даже не было. Жека, когда бабло мне вернешь, паскуда? Когда бабло вернешь? Давай, отвечай. Не-н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 е, я с фейком играю, я точно с фейком играю, это не настоящий Жека, это не настоящий! Это провокация! Это не настоящий Жека, я с ним больше не буду дружить. Он даже не может ответить на вопросы, которые только он знает, и я. Да, конечно! А шоты какие-то там... За шотом 4 месяца назад сосался. И реально девственник. И 100 кусков мне должен. Я 4 месяца назад даже в Москве не был. Алло. Конечно, конечно. Да, значит, реально, очень много фейков, что сегодня, нынче, в наши дни. Ну ладно, ребят, так уж и быть, буду с фейком играть. Поэтому ставьте огромный палец вверх прямо сейчас на вот этот видос, если хотите больше серий с троллингом. Чем больше лайков, тем больше серий. Да, и в комментариях напишите, какой это дебил какой-то. Неправда, это просто он фейк. Он фейк, да, он фейк, я с ним даже разговаривать не хочу, поэтому да, ребята, всем большое спасибо за просмотр, всем удачи и всем пока, да. Пойдет сюда фейк.